Сергей Яковлевич, такой вопрос в связи с нынешней острой ситуацией в стране, в мире. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, современная авторская песня реагирует на политику, на какие-то реалии времени? Или все-таки это искусство, уводящее от реальности ради чистого искусства? Все-таки какой из двух крайностей ближе? Ой. Ни то, ни другое неправильно. Мне кажется, что авторская песня, поэзия и как любое другое искусство призвано стимулировать развитие души человека, обращается к лучшему, что есть в человеке. Вот. И это... Эта миссия как бы вечная, не зависит от политического строя и так далее. Чем больше будет людей, охваченных жаждой душевной, духовной, тем меньше будет войн на земле. Вот. Христианство, например, уже 2000 лет существует, и казалось бы, вот. Но, тем не менее, эта борьба между добром и злом продолжается. И ее нельзя прекращать. Но я так понял, что основное внимание нужно уделять детям. Потому что, что мы заложим, то мы и получим. Ну, по мере сил, вот мы всю жизнь свою окучиваем детей, чтобы пробудить в них человеческое. Я как раз хотела следующий вопрос задать о знаменитых никитинских вечерах, никитинских встречах, которые вы проводите с детьми. Да. А вопрос в следующем. Как в современного ребенка вложить понятие о добре, о каких-то нравственных основах? Как это делаете вы? Ну, никаких поучений, никаких деклараций. Просто надо жить по мере возможности, ну, привить им любовь к тому, что ты сам любишь. Ну, там, скажем, я люблю Акуджаву, Визбора, я люблю Пушкина, не знаю, Чуковского, Захадера, Юнна Морец. Ну, вот... Те дети, которые с нами общаются, они тоже перехватывают эту эстафету. Вот уже прошло 20 с лишним лет, как существуют никитинские встречи, и уже первые дети приводят уже своих детей на наши встречи. Если это следующее поколение, то видите ли вы разницу в восприятии мира детьми прежнего поколения и нынешнего? Много говорят о клиповом мышлении нового поколения, о другом восприятии, о других привычках. Ну, это вообще-то все инструменты. Дело же не в форме, а в содержании. Все зависит от родителей. Я все время пытаюсь внушить молодым родителям чувство ответственности за детей. Нужно просто вовлекать их в свою жизнь. Ну вот я здесь вижу некоторых детей, это здесь на фестивале. И это очень, мне кажется, хорошо, это очень важно. Они просто, эти дети, они на самом деле гораздо наблюдательнее и умнее, чем мы можем себе представить. Вот. Они все сами видят, какие люди здесь, какие у них ценности. Вот. И ничего не нужно декларировать, формулировать вербально, что называется. То есть поучения, они бесполезны без какого-то подтверждения своим личным примером? Да, конечно. А у вас были случаи, когда современные дети как-то иначе реагировали на те песни, которые вы пели, может быть, 20 лет назад и сегодня?
Ну, вообще-то для резинового ежика 20 лет – это не срок. Мне кажется, что и через 50 лет он будет живым, ну, просто потому, что это хорошая поэзия. Тогда вопрос, который вытекает из сказанного вами. Вы сказали о хорошей поэзии. Что для вас хорошая поэзия? Потому что в современном мире идет, опять же, если в советскую эпоху наш кругозор был как-то ограничен тем, что печатается в газетах, в книгах, то сейчас есть интернет и просто море информации, море стихов. Какие критерии, позволяющие оценить поэзию от просто графомании? Вот до сих пор еще не удалось формализовать этот процесс, и никакой компьютер не отличит, скажем, служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булки испекал. Или быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. А компьютер эти два текста не отличит. Вот. И тут все зависит от воспитания, от опыта, чтения. Что ну, хорошая поэзия, как мне кажется, хорошие стихи – это такие стихи, которые производят впечатление сделанности до конца. Извините за корявый язык. Уже ни одно слово не сдвинуть. Вот, скажем, возьмите какую-нибудь песню Окуджавы и попробуйте заменить одно слово на другое. Оно сразу будет торчать, сразу будет кричать. Хотя оно состоит из самых простых обиходных слов. Вот, песни Окуджавы. Она обладает каким-то чудесным свойством завораживать вас. И как это сформулировать? Очень трудно. Ну, скажем, можно сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, а можно сказать, друзья, прекрасен наш союз. Вот. Эту разницу только почувствовать нужно, можно, а сформулировать, чем это отличается, невозможно. А лично вы для себя как выбираете стихи, на которые пишете песни? Когда что-то откликается или включается не только вот здесь что-то, вот душа, а еще интеллект, какие-то все-таки критерии отбора стиха для песни, ну, именно? Наверное, на этот вопрос можно ответить, проанализировав просто те стихи, которые я выбираю. Это Дмитрий Сухарев, Юнна Морец, Юрий Левитанский, Давид Самойлов. Это все, как мне кажется, ну, даже чисто технически высокое ремесло. Вот. Ну а еще это то, что в моей душе... В моей душе откликается, я себя, ну, не настраиваю, я чувствую, что это на той же волне, на которой трепещет вот что-то внутри у меня. Вот. Это вот то, что, как говорится, цепляет. Вот. А недавнее открытие – это вот Борис Рыжий, совершенно другого поколения человек, и это его поэзия уже как бы построена на другом, более современном материале. Вот. В то же время она опирается на традицию. И несмотря на то, что интонация не самая оптимистическая у Бориса Рыжего, вот, но по поэзии это так, по литературе это так высоко, что вот у меня... Меня это цепляет. Вопрос, который хочу задать, опять же, он мне навеян песней под музыку Вивальди и вашим увлечением Борисом Рыжим, как далеко не самым оптимистичным поэтом. Да. Вот у меня лично такое ощущение, что в современном мире есть тенденция
к оптимизму, к позитиву, как к самоцели и к самоценности. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И неважно, зачем он грустил, вот улыбнись, ты же с нами тут сидишь. И вот ваше под музыку Ивальди, не хочу обидеть Митяева как бы этим, просто как один, просто как пример. Больше позитива, даже вот элементарно телереклама, позитив, позитив, все улыбаются, это хорошо. А если человек грустный, это вроде как что-то плохое, он же что-то смурной сидит. И вот ваше под музыку Вивальди печалится, давайте об этом и о том. Вот как вы считаете, есть ли какая-то самоценность, вот мы привыкли жить с пропагандой самоценности позитива, есть ли самоценность в печали? Вот почему хорошо печалиться об этом и о том? Грусть моя светла. А Борис Слуцкий в свое время говорил, думать надо, а не улыбаться. Это как-то взаимоисключающие вещи, улыбаться, думать? Нет, не исключающие, конечно. Но окружающая жизнь просто стимулирует нас к размышлениям, к анализу. Вот. И это очень полезное дело. То есть, вот. Если он задумался, то он автоматически уже не радуется, а начал о чем-то и печалиться. Ну, да, многие знания, многие печали. Это, как говорится, всегда было. Вот. Но я ничего плохого в этом не нахожу. А по поводу, опять же, радости, печали, наверное, вам этот вопрос уже задавали не раз. Вот ваша песня, одна из моих любимых, кстати, «Переведи меня через Майдан», вдруг пошли политические события на Украине, и она стала в Киеве гимном, правда, там последний куплет-то они отрезали. Вот у вас по этому поводу радость, печаль, ваше отношение к тому, что фактически вот ваше творчество вне политическое в данной ситуации как-то вдруг оказалось вовлечено в какие-то политические перипетии, причем кровавые, стало чьим-то знаменем вдруг. Как вот ваша реакция на это? Ну, я напомню, это стихи Виталия Коротича, которые на русский язык перевела Юнна Морец. Вот. А мой вклад здесь просто достаточно скромный. Я просто спел эти стихи. Но благодаря вам они пошли в народ, скажем так. Ну, правда, я, наверное, года 2 или 3 у меня крутилась эта фраза «Переведи меня через Майдан». Я никак не мог вот поймать мелодию. Вот. А потом случилось, что Владимир Высоцкий ушел из жизни. Вот. И тогда мы посвятили... Эта песня как раз была закончена. Мы ее посвятили памяти Владимира Высоцкого. Ну, а вообще, эти стихи гораздо шире, уж, по крайней мере, киевского Майдана нынешнего. Здесь, мне кажется, вся жизнь человека проходит в этой песне и заставляет нас, еще живущих на этой земле, задуматься, а для чего ты родился на белый свет. И Майдан здесь не площадь незалежности, а поле жизни. Если перейти к музыкальной составляющей песни и авторской песни в частности, мы не будем говорить о вашей особенной гитаре, о ее особом строе, об этом уже везде сказано, да? Вот, просто вот вы живое опровержение мифа, что авторская песня – это 3 аккорда, 3 струны и так далее. Каково ваше восприятие все-таки в авторской песне? Больше это музыкальное творчество в наши дни или 3 аккорда? Все-таки бардов часто упрекают в излишней, может быть, примитивизации музыкальной, что все-таки поющаяся поэзия, что надо к их музыке относиться снисходительно. Так ли это, на ваш взгляд? Ну, у каждого автора есть свои любимые музыкальные ходы, свой музыкальный почерк. Вот. Я всегда особое внимание уделял
гармонической стороне музыкальных решений. Вот. И до сих пор что-то на моей гитаре нахожу, открываю что-то новое. Мне это интересно. Вот когда, казалось бы, в простой мелодии какая-то изюминка возникает, мне это интересно. Сергей Яковлевич, да. Вот вы кумир для многих, как мастер гитары. Есть даже люди, я знаю, которые из любви к вашему творчеству желают достичь тех же высот, играют на семиструнке, и даже строй вот этот цыганский, который у вас. А есть ли у вас такой же кумир, или, может быть, был в юности, на кого, под кого вы делали себя? Был ли такой человек? Или, может быть, просто кем бы вы восхищались, как гитаристом? Ну, мне очень было то, что делал, было интересно то, что делал Евгений Клячкин на семиструнной гитаре. Вот. Он тоже гармонической стороне уделял внимание. И мне хотелось подбирать это, я находил то, что он играл. Этот город, он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжело дум, реки в камень он запеленал. Здесь столько гармонических отклонений, это интересно. И каждое отклонение рождает чувство какой-то новости, свежести. Ну, в общем, он не намного старше меня, на несколько лет всего. Мы с ним дружили, обменивались опытом, восхищались друг другом. Вот. Ну, а из иностранцев я же увлекался джазом. Вот. Такой американский гитарист есть Джо Пасс, джазовый. И бразильский композитор Антонио Карлос Жобим. Он на меня очень большое влияние оказал. Куплю тебе платье такое, какие до нас не дошли. Вот это под влиянием Антонио Карлоса Жобима. Ну и довольно много у меня есть таких ходов из бразильской босановы почерпнутых. Ну, с другой стороны, Рахманинов, скажем. Когда я еще только осваивал гитару, я очень любил такую игру. Если мне что-то непонятно, как там у Рахманинова во втором концерте для фортепиано с оркестром устроено, я это должен был подобрать. Вот. От этого понятнее становилось. И не успокаивался, пока не подбирал. Ну, конечно, это способ изучения, самообразования, скажем так. Такой еще вопрос. Есть байка старая про Раневскую и Ахматову. Как шли они по улице, из Раневской бежали дети, выкрикивая: «Муля, не нервируй меня», и Раневскую это страшно доставало. Да. Ахматова и ответила, что для нее стихотворение «Сжала руки под темной вуалью», которое все время у нее просит, которое бешено, да, популярно. Она говорит, ну, у каждого есть свой или своя муля. Да. Вот у вас есть такая муля, то есть, может быть, какие-то песни, которые вас всегда просят, но они вас уже очень сильно, может быть, ну... Ну, резиновый ежик, конечно. Вот, но... Меня не вызывает уж такого чувства раздражения, потому что говорят, вот, Сергей Яковлевич, мы на вашем ежике росли. Ну, то есть это все-таки ежик в первую очередь, не Майдан, не Вивальди. Потом, может быть, Бричмула.
Ну, это не самые плохие песни. Это отличные песни. Репертуар. Есть такое довольно-таки расхожее выражение, что блюз – это когда хорошему человеку плохо, попса – это когда плохому человеку хорошо. А если вот в этом же ключе, то что же тогда такое авторская песня? Все-таки я считаю, что в основе поэтический текст должен быть. Это такая музыкальная интерпретация поэзии. Ну, это с моей колокольни. То есть все-таки в приоритете поэтическое слово. Да, конечно. Интересно услышать это именно от композитора. Ну, по крайней мере, это ваши песни, это и средство донести поэзию до людей, которые так просто не стали бы ее читать. А тут они побывали на концерте, на фестивале услышали. Вот как вы сами сказали, начинают чему-то приобщаться. Но все-таки это не есть просто простая сумма поэтического текста и музыкального текста. Это в случае удачи должен возникнуть сплав, некое третье качество. И тогда поэтическое слово обретает крылья, обладает повышенной полетностью и проникающей способностью, скажем так, повышенной. Хотела спросить вас еще о фестивалях, которые происходят, скажем так, в чуждой языковой среде, будучи островками, так же, как фестивали в Америке, например. Я знаю, что ваш сын живет в Америке, что сами вы там часто бываете, в том числе на многочисленных фестивалях авторской песни. Да. Их ведь там много. Но это не просто русский язык, русская культура, это русская культура такая вот островковая в чуждой среде. Есть ли там действительно разница? Может быть, восприятие песни, восприятие слова, сам менталитет людей, атмосфера фестиваля. Вот если сравнить там и здесь, в чем разница, в чем схожесть? Ну вот мы были буквально в мае на фестивале в Пенсильвании, который проводит как бы восточная конференция. Вот, разницы никакой, потому что как бы чуждый язык, он где-то там, а на территории фестиваля обычная наша обстановка, близкие по духу люди, как говорится, одной группы крови, вот, и там еще особый отбор получается, потому что, скажем, это снимают кемпинг с ограниченным количеством мест, скажем, 3000. И все. И поэтому там люди заранее стараются приобрести права на стоянку, ну, билеты там. Вот. И получается большая концентрация любителей авторской песни. И там и детей много, и дети хорошо говорят по-русски, и дети сами поют. Вот. И, конечно, бывает забавно, когда на территории штата Пенсильвания на сцену выходит 7-летняя девочка и поет «А где-то бабы живут на свете». Друзья сидят за водкой на хорошем русском языке. Вот. Как говорится, все самое дорогое, то, что связано, то, что люди связывают с понятием «Родина», вот они с собой привозят, и это все воспроизводится. Ну и, наверное, такой завершающий вопрос. Опять же, о современной авторской песне. По вашему мнению, все-таки это сейчас искусство одиночек или это что-то интегрирующее людей, объединяющее их? Потому что, если мы посмотрим на историю авторской песни, то она началась как какое-то общее движение, потом вдруг пошли более индивидуалистические вещи, вот, может, в 80-е годы, в 90-е. А вот сейчас как? В чем особенность современной авторской песни? Может быть, еще что-то в ней есть, что я не назвала? Вот вам это видно? Вот в нашей Ну,
В общем-то, художник всегда творил в одиночку. Просто то, что он делал, становилось близко и интересно многим, и они через это объединялись. Вот, мне кажется, так все и происходит. Но жизнь ставит перед индивидуумом индивидуальные задачи. Вот. А искусство по-прежнему объединяет разных людей, если им близок тот или иной художник, поэт или автор песни. То есть получается, что авторская песня — это своего рода не единственное, конечно, зеркало, но одно из зеркал, отражающих нашу жизнь, и меняется в связи с реалиями. Ой, функция духовного сопротивления, она была и остается. Я глубоко убежден в том, что если это ребенок, я не знаю, в зеленую карету знает хорошо, там поет ежика, вот, этот человек, когда вырастет, ему будет очень трудно поднять руку на другого человека, участвовать в каком-то акте насилия. Вот. Поэтому мы должны не покладать рук и вот способствовать процессу очеловечивания вот в окружающей нас человеческой среде. Спасибо вам большое.